спортивном комплексе «Юность» завершился первый в истории российского флорбола чемпионат Сибирского и Уральского федеральных округов. 8 команд из Омска, Новосибирска, Красноярска, Екатеринбурга и Нового Уренгоя выявляли сильнейших. В финальном матче омская команда «Сибирь» обыграла земляков из «Прогресса». Третье место чемпионата заняли также представители омской школы флорбола. Мы готовились, на тренировках отрабатывали различные комбинации, то есть знали, что нас ожидает, какие соперники приедут, поэтому сыграли уверенно, не допустили ошибки и выиграли все матчи. По итогам этого турнира 4 команды прошли в стадию отборочного этапа на чемпионат России «Зона Восток» и сыграли с каждым по 2 раза. Вот в итоге на сегодняшний день команда «Сибирь» занимает первое место, она прошла без поражений. Потом команда «Ветераны», город Новый Уренгой, команда «Прогресс», город Омск, они одинаковое количество очков имеют, по 8. И на последнем месте пока команда «Енисей» из города Красноярска. Вот второй тур отбора на чемпионат России от «Зоны Восток» состоится в марте 2018 года. Выяснять отношения команды продолжили уже в рамках первого тура отбора на чемпионат России. В матчах уже нового турнира наша «Сибирь» переиграла «Енисей» 6-1, «Прогресс» 7-1 и «Ветеранов» 6-2. Команда «Сибирь» нам знакомо, известно, знаем всех игроков. В принципе, сыграли довольно-таки неплохо. Однако удаления, которые были у команды «Ветеранов», подвели. Счет на табло 6-2. 4 мяча мы как раз получили в меньшинстве. Можно сказать, недисциплинированность немножко сказалась. Поэтому проиграли сегодня. С «Ветеранами» всегда у нас битва. Битва титанов омских и новоуренгойских. Игра тяжелая, но чаша весов склонилась на нашу сторону. Мы выиграли 6-2. За счет чего удалось победить? За счет скорости, комбинации, взаимодействия. За счет борьбы каждого с каждым. Ну и вратарь у нас хорошо сыграл. Молодец. Я рад, очень рад, что у нас растет хорошее пополнение, хорошая школа. У нас сейчас свой резерв. В команду приходят все абсолютно наши ребята, наши мячи. И они на хорошем довольно-таки уровне.